Снова искра. Помните тот домик? Да, наверное, каждый помнит. Вот я себе спасал свой собственный домик, маленький. То дневник, то... Ну ладно, дальше идем искать. Что в этом доме? Кто запер дверь? У меня один вопрос. Ну ладно, идем. Идем. Бегать. Где-то сломать домик. Это будет долго. Только, блин, не выключайся, пожалуйста. Сломал Лиану. Еще одну. Все-таки придется ломать дом. Вот какой он батрон. Сейчас скажу, здесь. Сейчас вспомните этих братанов. Привет. Кто же запер дверь, я не понял. Еще железной двери не было. Так, как всегда, кровяга. Умоемся чуть-чуть. Искупались. Дальше все проверяем. Тортик. Дальше идем, чтобы посмотрим, может, что-то новое появилось. Опаньки. Страница от дневника. Хорошо. Что у нас? Пусто. Выросла капуста. От греха подальше. Так, привет, братаны. Идем в ту тюрьму. Так, нет. А вот так тут. Мертвые кусты. А, вот нам туда. Горло болит. Офигеть, это не легенды. Фу, кровяга светится. Тут была тюрьма, реально. А ты, братуха, как там оказался? Фиг знает. Ой. Сколько тут книг? Любили же люди книги. Еще один раз, опаньки. Что тут, походу, нет? Нормальные книги. Ну-ка, заберем. Нашел некоторые книги, сейчас заберу. Подозрительные. Эх, ну ладно, дальше идем искать это, что у нас тут. Там что-то написано. Нужно найти вход туда. Так, нету. Сейчас что-то вход. Фу, лучше лианами обросла. Это как пасхалка. Гроб. Зря сюда пришел. Давай, давай, давай. У нас уже четкая тюрьма. Почитай, если хочешь. Ты видишь, что там пишет? Я никак тебе не могу вдолбить в голову, что это бумага. Ладно, заберу его. Не оставляй же. Не оставляют же его тут умирать. Все. Ладно.
Нет. Ну-ка. Это же прям из книги ритуалов. Офигеть. Это один из ритуалов. Кровяга, кровяга. Привет еще снова кровяга. Как же тут темно. Привет. Но все-таки этому трупаку вдолбил в голову. Что это там? Уношу отсюда ноги. Нет. Тут кидали этих трупов. Раздыхали некоторых. Фу, как, во-первых, как это противно. Во-вторых, как это противно. Вот эти, как это противно. Держи лестница наверх. Я не могу ее найти. Не могу найти эту лестницу, как долбить тому скелету в голову. Что это? Это книга. Ее нужно читать. Это бумага. Не, реально, идем отсюда. Блин. Страшно, ты ничего мне больше вы меня сейчас тут пугаете. Не, я уношу эти ноги. Тут ничего не спалило. Нет, еда. Тут еда не осталось. Только кровяка. Да, ты не испугаешь нас. Табличком. Я спрячусь до конца в жизни. Нет. До конца жизни это долго. А тут? Нет, тут сыро. Кому еще надо вдолбить в голову, что это? Что это нужно читать? Походу, тут все понимают. Почти все. А, это вниз. Вот же я запутанный пацан. Что я забыл? Тут нас зажигали... тут нас зажигали трупы. Дальше экскурсия идет. Ну что? Эти чуваки тоже должны знать, что там. Они узнали самую плохую тайну. Та-да-дам. Блин, мне тоже нет этого места. Во-первых, кто сюда засунул это? Играть петь. Подписывайтесь, ставьте лайки, Это что такое? Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Это с вами я, был Искра. А. Ну что, третье видео, тоже 3 лайка. 3. Это же не тяжело. У меня видео на ютубе такие нормальные, популярненькие. Ну что, я поспать хочу. А чуть-чуть погуляем. Что у нас? Ну вот. Книга ритуалов. Дневник. Оставлю все. Так, вот там буду исследовать.